Смотрите, что у меня светик на чуде. А ты футболку что старую не могла одеть? Она же не отстирается, наверное, потом. Короче, у нее получился вот такой вот тоником она сделала. И это, ребята, не краска, это тоник. Она у меня месяца три выпрашивала, да? Вот такой вот цвет волос она себе сделала. Дурдом. У тебя все равно еще голова розовая. Ты долго держала, наверное? Нет. Пока мы с Катей в город ездили, она себя вот так покрасила. Сухофруктную смесь ешь. Вот в целом как-то вот так вот у нее. Вот здесь вот сильно сыр у тебя еще прямо. А бальзамом делала волосы? Ну, каким-нибудь. Но это, по идее, не шампунь оттеночный, это бальзам оттеночный. Сейчас я вам покажу, какой мы сегодня ей взяли. Ребята, у нас вечер. Я опять развесила белье. Ванька, смотри, с мыльными пузырями туда побежал. Довольный такой, знаешь, он, кажется, у него такие мыльные пузыри. Ваня на улицу вышел с Мариночкой. Мариночка опять не заплелась, ё-моё. Сейчас пойду заплету. Ванечка! Ваня! Покажи, как ты пузыришь. Ой, как Ваня пузырит! Да! Пузыри, пузыри! Делай! Ладно. А ты, ну-ка, быстро домой заплетаться пошла. Бегом. Ну, давай пузырики, пускай пузырики. Ой, как Ваня пузырики пускает. У него заднее колесо не крутится. Да, давай еще нажимай сильнее. Давай, давай. Давай мама тебе будет делать. Давай, а ты будешь пузырики ловить. Давай. Давай мама тебе будет делать. Подожди, мама тебе сейчас. Что-то не срабатывает. Не знаю, Ваня, что он. Не знаю, Ванечка, не работает что-то он. Ну, не работает, да? Ну, такая вот ерунда из фикс-прайса на один раз ребенку. Да, заплелась? Хорошо, молодец. Ну, потом сделают. Вон мячик, Ваня, твой. Вон там мячик твой. Вон мячик. Давай пузырики мама уберет, потом сделает. Папа придет, сделает. Давай. Давай мама уберет. Иди мячик. Ну, ладно, играй. Будете играть? Ну ладно, играйте, я пойду делами заниматься. Маша, переобуй его, он неправильно обут. Он неправильно обул. Ладно, пошла своими делами заниматься. Надо цыпляток зайти еще проверить. Хотите со мной? Пойдемте. Посмотрим, что там у нас цыплятки как. Попроведаем. Попроведаем цыпляток. Дождик начинается, что ли? Сейчас посмотрим наших цыпляточек. Отя, господите, позимой, малышки вы мои. Да, отя, 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 упал, да, упал. 2, 4, 6 штучек, так и не 6. Да, да, отя. Вон там еще яйцо проклевывается, еще проклевывается яйцо. Ладно, пусть подрастает. Сейчас надо в сарайку сходить, еще посмотреть. Вот так, ребята, наши цыплятки растут. Я надеюсь, что все будет хорошо и будет чудесно просто. Сейчас девчонок отправила... Я знаю, что они не работают что-то. Девчонок отправила сходить мальчика найти, потому что у подруги... ну, дочку повезли в Соликамск в больницу. Видимо, аппендицит или что, не знаю. Маш, да это не из-за этого. Поэтому вот так вот. А сын у нас побудет, пока она ездит в Соликамск. Да. Чё, да видите, вот эта вот фигня из фикс-прайса полная Г. Не работает. Тут это не... Маш, подожди. Я поняла, что здесь... Я не знаю, Маш.
Вот почему-то не срабатывает и все пузырьки. А почему понять не могу? Вот так вот, ребята, не работают мыльные пузыри. Да, деньги только потратили. Написали нам хорошие-хорошие, берите, не пожалеете. А вот ребята пожалела, представляете, что взяла. Ладно, потом посмотрю, что-то попробую исправить. Все, мы прибежали, нашли Тёмыча. Там камень, камень. Сейчас подожди, она сделает сама. Ты играешь, да? Зашли в магазин, хлеб купили. Света газировку взяла. Света, покажи, какую газировку взяли. Чтоб мне потом не показывать. А, дюшес и кола. Все, играйте, Света налей. Тёма, будешь пить? Не хочешь? Ну все, играйте. Вон мячики с Тёмкой играйте. Знакомьтесь. Он тебе, видишь, дает посмотреть. Бери, смотри. Вот, Ванечка, играйте с мальчиком. Все, ладно, я домой. Вот это вот, да. Видите, у нас сели, топят. И потом вот резиной. А потом дышать нечем. Маша! Где у нас Машенька? Где-то гуляет. Ой, пойду сейчас скоро ужин готовить. Ужин готовить. Не знаю, пельмешки дети просят, сварим пельмешки. Света, вон там мыльные пузыри еще стоят, видишь? Вот так вот и играет. Вот так у нас, ребята, весело вечер проходит. Так, ребятки, у нас вечер. Катя там порядки наводит. В целом я помыла весь контейнер. И сейчас буду пересыпать сюда муку. Это я специально взяла для муки, чтобы удобнее было, потому что у меня мой сломался. Такой же контейнер был, но контейнер сам лопнул, а крышка только осталась. Ну, крышку я потом, конечно, тоже выкинула, но вот контейнер хороший. Сейчас буду сюда пересыпать муку и потом покажу, что у меня получилось. Все, ребят, переместила. Вот так вот теперь оно у меня будет. Я очень рада. Давно не могла купить контейнер. Все, что-то искала покрепче, но крепче ничего найти не могу. Поэтому уже взяла такой, какой есть. В фикс прайсе вот этот вот за 99 рублей. У меня сюда вошла 2-литровая упаковка муки и еще пол пачки такой. Получается 3 литра муки у меня вот сюда вот вошли. Ладно, буду сейчас готовить ужин. Не знаю даже, что приготовить. Мне надо еще ребятенка. А? А Света что, не готовила их? Все понятно. Сейчас тогда приготовлю гарнир с сосисками. Что ты хочешь, резиночки достать? Тут нет ножницы, я уже искала тоже. Девчонки, резинки решили распаковать все старые. Повыкидываем резиночки. У нас постоянно... Я заказывала 2 месяца назад с Алиэкспресс резинки, но у меня все еще они не пришли. Я не знаю, почему, но вот так долго служба действует, что оно так долго доходит. Давайте покажу, какие резинки. Вот такие вот, видите? Ну, они слабенькие тоже. Слабенькие, конечно. Ну, ничего. Пока пойдет. И заколочки очень маленькие. Вот такие вот маленькие заколочки, хорошенькие. На. А зачем вы заколки-то отлепляешь? На контейнер тоже, да, сделать для резинок? Какой-нибудь ящичек. Да, купить какую-нибудь такую корзинку, да? А резиночки вот прибери. Иди прибирай. Ладно, ребята, вот такие вот у нас дела. Ребятишки играют, формочки тоже все помыли, все приготовили. Вечером будем делать мороженое. Вот. Еще вот другие, вот напишите, есть вообще в фикс прайсе другие формочки, вот чтобы не только вот такими вот были, а что-нибудь другое еще вот найти и купить. У нас раньше были формочки, я не знаю, куда-то все растеряли, все куда-то это делали. На улице? На улице где-то, ну вот на найти тоже сделать. Ну, вот такие вот в целом формочки. Будем пробовать такие мороженые делать. Но мне что кажется, оно будет быстро готовиться в этих формах. Потому что на подписчики написали, морозилку поставить, а потом залить сюда мороженое. И холодную уже, когда форма будет, потом заливать. Ну, вот попробуем сегодня и скажем, что у нас получится. Обязательно вместе с вами. Так, когда мы ходили, Тёму искали, я еще зашла в магазин. Сейчас покажу, что купила. В целом, хлеб 3 булки белого,
Потом майонез в пакетик взяла, салат, чтобы сделать. И взяла вот такие вот крылышки копченые. Понемножку, чтобы всем съесть их. Вот. Ну и три булки белого, я уже говорила. Вот такие вот все еще у нас покупочки. Сейчас буду готовить ужин. Ох, надо опять стирку поставить. Опять стирки, опять много. Еще не успела все перестирать. Ну вот потихоньку все делаем. Ладно, ребята, всем желаю хорошего вечера. Я пошла дальше готовить. Ребята, гуляем на улице. У нас уже вечер. Перед сном гуляем. Да, Ваня? Да, у нас дождик был. Влажно на улице, но хорошо. Ой-то побежали, побежали. Ой, зёпа, уже на жопу упал, жопа вся сырая, так что не обращайте внимания. Это свой двор, честный, где ребенок может гулять и радоваться жизни. Светик там красная вся, сейчас я вам поближе ее приближу. Вот такая вот она. Что случилось? На. Луна, где там луна? Где она? Может, я покажу? На. Аккуратно, Кать. Так ты говори хоть что-то. Это луна. А что ты это взяла? Да. Все? Да. Короче, все понемножку поснимали. Что получилось, я не знаю. Да? Света, ну-ка иди сюда. У тебя интересный цвет волос получился. Вот повернись вот так боком. Вот здесь вот темный, вот здесь часть светлая. Но вот в целом, а шея у тебя вся красная. Тебе надо ее отмывать еще. Но потом это в бане хорошенько отмоется. Это, ребята, тоник. Это не краска, это тоник. Сейчас это модно. Она у меня уши даже красные. Уши плохо отмыла. Катя тоже хочет. Но, Катя, я не хочу такого, чтобы прям яркий цвет был. Ну, они с девками сами решат, что им. Мы одинаковые будем. Я так спешу. Вы и так одинаковые. Куда вам еще одинаковые-то? Катя хочет другой цвет, синий. Да? Ты синий хотела? Нет, это я хотела. Там голубой, светлый такой, прикольный был. А я хотела темный. А, ты темный хотел. Ну, темный, да, темный. Надо в Дом пионеров посмотреть. Купи мне голубой, если это будет такая, я голубая. А Маша зеленая, да? Да я зеленку. Давай мы тебя коричневый сделаем. У меня йод бутылка есть. А что, у нас когда-то в детстве красились девочки. И зеленкой, и йодом, да, Ваня играет. Хорошо на улице, да? Света, после дождя хорошо, да, свежо на улице прям. Да, видишь, все сыро. Маленький дождик был. Вот там, где ветки, там сухо. Смотри, наполовину сухо, наполовину сыро. Он такой небольшой дождик моросил. Ваня играет. Тут ребятки качаются. Тёмыч еще у нас. Видите, как они там играют. На тарзанке катаются. Качаются. Не-не-не-не-не. Тайсон наш. Да. Снимайте? Да. Ты не упади только. Тёмыч, нельзя. Тёмыч. Да. Аккуратно, 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 аккуратно. Ваня боится. Видишь, он плачет. Тёма, подожди. Тёма, так нельзя. Тихонько, Тёмыч, не падай. Ой, довольный, ой, счастливый. Свет, сильно не надо, не раскачивайся. Ой, радостный, да, Ванечка? Ой, Ваня радостный. Вот так вот у нас обычно вечер проходит перед сном. Они качаются на качелях. Окси бегает по траве, как шавраска. Сейчас вся сырая будет. Тёмыч. А что, был дождь? Да, видишь, травка сырая. У тебя ноги сейчас все сырые будут. Ты заболеешь, не дай бог. А Тайсон все носится по кругу. Так весело носить по кругу. Очень весело по кругу носиться. Ты что, Тёма? Ты, Тёма, хоть наелся? Ну, слава тебе, Господи, что ты сытый. Да нет. Да ну. Ванька.
Ладно, будем гулять. Вот такой, ребята, у нас сегодня был влог, да, Машенька? Так что, кому понравился, ставьте, Машка, скажи, как ставить на лайк и подписаться на наш канал. Всем, Маша, пока-пока! Дети в мячик играют, смотрите. Так, Ваня маленький, Тёма, нельзя так делать. Кидай, Ваня, в них, кидай в них мячик, сыночка. Вот так вот. Подходи, Ванечка, ближе, кидай в них мячик. Кидай в Свету мячик. Вот так. Он только учится. Молодец, Ваня, выше без Свету. Выключить на футбол, футбол. Видишь, хочет футбол. Тихонечко попади, Ваня, тихонечко только. Ваню попали! Ваня довольно радостно. Иди теперь, Ваня, ты кидай. Кидай давай в девочек мячик. Вы ближе поднимитесь. Спуститесь, то есть ближе. Да, Ванюшка. Молодцы, видите, с Ваней играют. Давай, Ванечка, футбол. Вот так вот. Теперь, Света, ты ему кидай. О, ура, победил! Ой, Ваню попали. Ура, ура, орёт. Ура, ура. Ваню, 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 Ваню. Ваню, Ваню, смотри, смотри. Ваню попали. О, футбол. Смотри, Ваня, мама, тебе. Бум! Как далеко мячик убежал. Ваня бежит, 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 бежит. Мячик доставать. Дай ему мячик. Давай, кидай. Футбол гоняем. Вот так. Ой, Ваня быстрее поймал. Вот так вот Ваня играет в мячик, в футбол. Орет футбол и кидает. О, пинай, пинай, Ваня, пинай. Я знаю, что вам моя болтовня надоела, но вот. Смотри, смотри, смотри. Все, надо еще один мячик, да, купить. Ваня отбирает. Ну, а слушайте, на видео точно как будто бы день. Вот сама иди посмотри. Хотя у нас потемнее уже на улице, да? Покажи небо. Ну, видишь, небо-то темное, а так снимаешь. Давай, давай, пинай, сыночка, пинай. Неси сюда, пинай. Так, оторвете. Смотрите, вот втроем встают на качелю, вы так оторвете. Там уже и папа качал. Но я знаю, что папа качался. Вот так молодец, сыночка. Вот так. Ну, а, да, твой, твой мячик, пинай. Вот так. Сейчас после этой прогулки на всю его надежду стирать мячик-то грязно, он его обнимает. Ладно, ребята, играем, продолжаем играть.